Эх, давненько я здесь не гуляла. А раньше ведь, помните, это была моя дорога на работу, поэтому чуть ли не каждый вечер я вам снимала репортажи именно вот отсюда, сидя на этой лавочке. Как давно это было. Ну, в общем, дыхание осени ощущается явно. Желтые листики, высохшая трава. Но зато в нашем городе, когда происходит смена времени года, то есть приходит осень, мне очень нравится комбинация цветов, потому что на деревьях вы можете видеть в одном секторе желтые, красные и зеленые листья одномоментно. Так. А-ля фонтанчик. В общем, в каждом времени года, честно скажу, особенно в нашем городе, есть особое очарование. И вы знаете, есть даже люди местные, которые любят именно так называемый мат-сезон. Ну, если мы говорим об осени, это октябрь-ноябрь. Вот смотрите, практически как в парке Горького у нас. Статуи. В общем, октябрь-ноябрь, естественно, уже на хайкинг не пойдешь, потому что грязно, потому и называется мат-сезон. Дожди, и достаточно пасмурно бывает. Но многие местные любят эти сезоны, потому что очень мало людей. Все туристы разъезжаются, город пустеет, и есть такое определенное умиротворение от того спокойствия, которая вот царит в нашем городе. Ну а весной мат-сезон у нас считается где-то конец марта, апрель, ну и середина мая. Сейчас быстро расскажу о недавнем происшествии у себя на работе. В общем, если быть очень краткой, то дело дошло практически до драки. И причина этой драки, слава богу, не состоявшейся, знаете, в чем заключалась? Нет, даже не в том, что кто-то из покупателей не надел маски, а в том, что люди, приехавшие из другого штата, не сохраняли 6 feet distance. Но в двух словах напомню, у нас сейчас и знаки висят на кассах, а вот огромные красные, да, которые никто не читает. В общем, на этих знаках говорится, пожалуйста, сохраняйте дистанцию 6 feet, не выкладывайте свои продукты до того, как предыдущий клиент не закончил полностью транзакцию. Естественно, эти знаки никто не читает. Вот помните, я смеялась, что в прямом смысле слова клиент стоит, вот этот знак у него вот так на голове, то есть он его пробивает головой и продолжает все выкладывать. В общем, лично я уже не делаю замечания, вернее, я их делаю, но очень-очень-очень редко, и просто игнорирую. Ну, не умеют люди читать, не хотят. Ребят, у меня достаточно своих ежедневных забот, чтобы тратить свою энергию еще и на то, чтобы с каждым проводить беседу по поводу вот этой злосчастной дистанции 6 feet. Вот. Но получилась такая ситуация, что клиент, который еще не закончил транзакцию, очень занервничал, потому что мало того, что они уже повыкладывали, да, все свои приобретения на ленту, так еще и подошли уже ко мне, к пин-паду, и, соответственно, между ними получилась дистанция метр, ну, максимум полтора. В общем, я вежливо попросила их отойти подальше. Они, естественно, эту просьбу проигнорировали. Вот, и почему-то, вот знаете, клиент, у которого, может быть, накипело что-то там, не знаю, по итогу дня, в общем, у него он сорвался. Боже, как он на них кричал, я такого в Америке никогда не видела. Вот, и почему, вот я хочу сказать, это было ЧП, ребят, за 4 мои года проживания в этой стране я ни разу не видела каких-то там драк или чего-то. Если тут происходит ссора, это ссора на повышенных тонах, и тем более с криками, это уже вообще катастрофа, караул и ЧП. Hey, you good? Okay. У
Собачек у нас выгуливает. Кстати, очень популярный вид заработка. Выгуливаешь чужих собачек, а тебе за это денежку платят. Ну, правда, сколько, не знаю, но, говорят, достаточно неплохо оплачиваемая работа. Вроде бы даже 30 баксов в час. Вот. Найти бы такую подработку меня бы очень устроило. Ну, ладно, не об этом. В общем, здесь разборки на повышенных тонах – это уже ЧП-ЧП. Если бы в своей родной стране, я, конечно, бы вообще не среагировала на это. Знаете, у нас таких разборок на повышенных тонах во всех местах могут происходить, поэтому мы реагируем более-менее нормально. Для американцев, конечно, это шок и нечто. Ой, ну, в общем, начали они перепалку, в итоге... Знаете, уже были явные сигналы, что вот-вот завяжется драка, то есть они начали приближаться друг к другу, такие были жесты явно агрессивные. Я стою, у меня глаза по 5 рублей, потому что это произошло на моем регистраторе как раз, капец. Выбегает менеджер, в общем, разняла их, там пригрозила полиция, они поостыли. Вот. Ушел этот покупатель, и я спрашиваю вот людей, которые нарушили, собственно, эту злосчастную дистанцию, вы откуда? Они говорят, мы со штата Флорида, па-бам, что требовалось доказать. Вот. Ну, и я чувствую, они расстроены, и знаете, тут даже вопрос уже не в том, кто прав или не прав. Мне очень не хотелось, чтобы люди выходили из магазина и уносили, ну, совсем уже, знаете, такое ужасное впечатление о визите, даже несмотря на то, что они были неправы. Вот, и я говорю, ну, вы понимаете, в нашем штате, тем более в нашем городе, есть определенные правила. Это 6 week distance и маска. Поэтому, пожалуйста, следуйте правилам. Вот вам лучше их все соблюдать, если вы будете ходить по другим магазинам. Вот у нас так. Вот, ну, извините, возможно, да, реакция предыдущего клиента была немножечко too much, да, overreaction. Ой, ну, в общем, как-то так. Так вот, рассказываю я это к тому, что, видите, разные люди реагируют на сложившуюся ситуацию по-разному. Кто-то живет под девизом «я такой классный, и чихать я хотел на ваши правила», или там, как мне один клиент заявил, что маски – это все, ну, в общем, фигня на постном масле, он в это не верит. Кто-то, наоборот, вот я наблюдаю ситуацию, боится трясущимися пальчиками, к пин-паду касается, когда, знаете, вводит пин-код или там пытается как-то там чуть ли не локтем эти кнопки нажимать. Но мне, например, это смешно. Ну, по той даже простой причине, что когда человек прошелся по супермаркету, потрогал разные продукты, и эти продукты до него ведь тоже могли трогать, неизвестно какое количество народу, да, вот он ходит, все трогает, собирает себе в корзину, выкладывает на ту же ленту, да, перед кассовым регистратором, на которую до него выкладывали продукты кучу людей, а до пин-пада боится дотронуться. Для меня это просто нелогично. Хотя, вот пользуясь моментом, к чему вот это я все рассказываю, привожу примеры о разной реакции людей на вроде бы одни и те же requirements, да, хочу высказать лично свою позицию по поводу ношения масок. Вот лично я тоже считаю, что маски нас от вируса не защитят. Это только, знаете, как вот, чтобы в голове тебе спокойно было, якобы ты там принимаешь какие-то меры предосторожности. Конечно, если там человек будет на тебя кричать и брызгать слюной, то от того, чтобы слюна эта тебе не попала на лицо и на слизистые оболочки, то маска, конечно, защитит. Ну или ты будешь ходить там кашлять и чихать. Это да. От всего другого, но мне кажется, это больше вреда, чем пользы. Потому что когда организм не получает достаточное количество кислорода, наносится колоссальный вред вообще. Но, что бы я ни думала по этому поводу, как бы я там ни критиковала, да, тех же людей, которые там боятся нажать на пин-пад или там носят маски. Ребят, я придерживаюсь одного правила, вот, которое у нас, знаете, есть даже поговорка в России и Украине. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят. И вот лично я здесь даже не вопрос, там нравится мне или нет, считаю я, что это имеет смысл или нет. Здесь не о моем мнении. Есть определенные правила. И их нужно придерживаться, потому что ты живешь в этом месте или ты приходишь в магазин, который эти правила устанавливает. Вот как-то так. Поэтому как бы мне там не нравилось, вернее, как бы я не ненавидела, да, носить маску, а ношу я ее на работе по 8-9 часов в сумме и устаю от этого.
Ну, хочешь не хочешь, надо придерживаться, вот как-то так. Например, когда я в ботаник-сад хожу гулять, естественно, я туда прихожу, чтобы подышать воздухом, да? И вот представляете, в один прекрасный момент я как-то туда захожу, а все в масках ходят. Ну вот у меня это был шок, друзья. Ну какого черта на открытом пространстве носить маски? И в чем тогда смысл прогулки в этом ботаническом саду? Так вот, опять же, несмотря на то, что согласна я, не согласна, если в этом месте установили такие правила, я считаю так, если я с ним не согласна, я в этот Botanic Garden и не хожу. Правильно? Правильно. Ой, ну как-то так. В общем, Botanic Garden я на самом деле хожу, потому что никаких знаков и табличек по поводу того, что вы обязаны носить маску, там нет. Ну и сейчас уже люди снова, вот я была там последний раз, снова разгуливают без масок, поэтому все ок. Но касательно вот этой истории и людей, приехавших из другого штата, они, собственно, почему не сохраняли эту дистанцию? Слава богу, хоть маски на них были, а то я вообще не знаю, что бы случилось. Вот. Они сказали, у нас такого нет. Но тут, извините, у нас такое есть. И везде висят вот эти вот объявления. Поэтому мораль всей басни, не ходи в чужой монастырь со своими правилами. Если у вас такого нет... И тебя это все устраивает, но, пожалуйста, сиди в своем штате и чувствуй себя комфортно. Если тебе некомфортно подчиняться этим правилам, носить маску, сохранять дистанцию, ну тогда вот мое жесткое мнение, не езди в чужие, в другие города и в другие штаты. Как-то так. А вы что думаете по этому вопросу? Вот какого мнения придерживаетесь вообще по поводу масок и следовать правилам или нет? Пишите в комментах, будет интересно почитать. А вот вам позиция некоторых магазинов по поводу того, хотят ли они видеть клиентов без масок. Пожалуйста. Нету маски, нету обслуживания. И видите, подчеркнуто. Пожалуйста, прикрывайте нос и рот. Потому что, знаете, есть некоторые клиенты, якобы одевают маску, вот как мужчина идет, но он, понятно, по улице, но все открыто, маска болтается на ушах, но она ничего не закрывает. Вот я, в принципе, в данной ситуации поддерживаю позицию этих магазинов.